Я поднялась на гору Фавор вместе с остальными паломниками. И вот уже вдали виднеется храм, в который мы идем на престольный праздник греческий. Нас постоянно обгоняют машины. Но очень хорошо, они освещают наш путь. Уже слышны молитвы греческих монахов. И вот там впереди стоят люди. Все не помещаются в храм, поэтому стоять придется на улице и слушать молитвы снаружи. Здесь свет. Вот такие славные кресты. Люди сидят на ступеньках, а в храм подняться трудно, лестница занята. Сказали, что здесь сегодня все священники Израиля собрались и приезжие. Вершина горы Фавор. Ночь на 19 августа. Икона на улице. Устроен алтарь. Народ спит вовсю. Молодцы. Служит патриарх. Русские возгласы. Патриарх Иерусалимский, не наш. Вершина Фавора греческий. Самые удобные места заняты, но народ спит во время службы, к сожалению. Человеческой души не может быть общения с Богом. Мы сегодня благодарим Его милость.
святую волю, за то, что он благодатью Святого Духа привел на это святое место, где мы из рук блаженнейшего патриарха Иерусалимской Теополитины Феофила соединились и приняли его святое тело и кровь. Мы благодарим за эту величайшую милость блаженнейшего патриарха, епископат Иерусалимской Церкви, священнослужителей и всех тех добрых людей, которые дают нам возможность побывать в этих святых и исторических местах. Мы сегодня, дорогие братья и сестры, счастливы, ибо Господь не всех призвал, а призвал тех достойных людей вместе с Иаковом, Иоанном и Петром, потому что один из них, из 12, был недостойный увидеть славу Божию, как сказано в стихирах. Поэтому благодать Святого Духа пускай преображает нас, наставляет нас на путь истинный, который ведет к тихой пристани Царства Небесного. Ваше Святейшество, мы сыновние паломники Русской Православной Церкви, мы не делимся на Украину и на Россию, благодарим вашу милость, благодарим вас за ваши труды, благодарим вас за то, что вы стоите в вере православной и указываете нам тот истинный путь, который Господь определил для нас. Что они все подняли руки, не могу понять. Монахини стоят. Народ, я поняла, почему руки поднимают. Ловит благодать на ладошке. Так, извините. Сбоку вход. Это на фаворе. На фаворе за храмом есть вот такие три символические кущи, которые предлагали Христу его ученики построить для него, для Моисея и для Илии. Вот эти три кущи, они подсвечиваются. Кончилось. Вот такой очень вкусный хлебушек дали. Это стол. Стол, на котором сливки. Такой хлеб со вкусом Пасхи. И чай. Тут и наши батюшки, и греческие. Вот это алтарь такой импровизированный. Люди причащаются. На ходу тут все. Наконец я пробила себе путь, если так можно сказать. Нет, я, конечно, не пробила, он освободился этот путь, и я вошла в храм греческий на фаворе. Господи, помилуй, икона Матери Божьей, ну, как бы на газетной бумаге. Вот так.
Но на твои чудеса, и вот люди вешают такие серебряные пластинки, золотые. Сейчас надо будет приложиться. Здесь преображение, икона. По-гречески написано «метаморфоза». Апостол Павел, Герасим, Савл, Трифон, Ларион, Дулдора, иконостас. Здесь чтец сидит, здесь на стене Филипп, Пантелеимон, Елена и Константин, Косьма и Дамиан. А, нет, это белый камень, это тот белый камень от того камня, предположительно, на котором стоял Христос, когда он преобразился, камень белый. А вот эта плита, здесь написано, что здесь ой, тень мешает. Вот написано по-русски. Здесь лежит архимандрит Ринак, возобновившийся святой монастырь и первый, поселившийся в нем, почил во Господе 26 декабря 1859 года. Это наш русский архимандрит приехал сюда и возобновил разрушенный арабами монастырь на горе Фавор. А над этим камнем иконы. Вот святая София и дети ее, вера, надежда, любовь. Рядом Ефимия святая. Выше икона, посвященная Иоанну Крестителю. Еще выше, наверное, Лазарь, я не знаю. Здесь сорокомучеником Севастийским, может быть, а может быть, каким-то другим мучеником, но они стоят в воде. Здесь целый ряд икон, и все прикладываются к ним. Это, конечно, икона Матери Божией и Иисуса Христа. Вот в чем оказывается дело. Внизу икона без оклада, а наверху это же икона, но на ней оклад. И то же самое здесь. Матерь Божия в окладе, а ниже без оклада. И там то же самое. Вверху икона с окладом, а ниже без оклада. Здесь святая Соломия, мученики Маковеи, Екатерина, Фатиня, Самарянина. Вот это я не скажу. Это Фёкла, Варвара, Ольга, Прокла, Евдокия, Гликерия, Кириак, Анастасия, Дарья, Мариам, Мария, Соломея, Феодора, Феодосия, Вермион, Мароа, Сусанна, Оли, не знаю такого имени, опять София, Вера, Надежда, Любовь, Параскева, Марина, не знаю. Феодора, Пелагея, Миланья, Прокопий, Кириак, Ануфрий, Феодор, Анастас. И последний здесь Григорий. А
основы, так сказать, на другой стене Мартиниан, Георгий, Стефан, Герасим, Харитон, Феодосий, Мил, не знаю, Дорофей, Христодух. Расцветает, и я начинаю спускаться с горы Фавор. Армагеддон у моих ног. Светает, я на горе Фавор, а внизу долина Армагеддон. Идет батюшка и поет. С Фавора спускаемся.